Иван, в четвертьфинале чемпионата мира сборная России встретится с национальной командой твоей родной Хорватии. С какими чувствами ты ждешь этого матча? Я очень рад за такой матч, потому что я болею за Хорватию, конечно, и за Россию, и надеюсь, что они будут хороший футбол показать. Как, на твой взгляд, сложится игра? Я думаю, что, может быть, похож будет на Испания-Россия, где Россия оборонялась очень хорошо, потому что Хорватия любит владеть мячом. Ну, я где-то читал, что они, может быть, меняют свою тактику, россияне. Поэтому совсем не могу сказать, но я думаю, все равно, что так будет, как с испанцами. А где и с кем ты будешь смотреть этот матч? Я буду с супругом и с дочком смотреть. А для тебя стало сюрпризом, что Россия добралась до восьмерки лучших команд мира? Ну, чуть-чуть сюрприз, конечно, что прошли испанцы, но если так историю чемпионата всегда смотрел, что домашние страны, они всегда, ну, преимущество есть, да, потому что дома играют и должны показать максимум, и поэтому хорошо, что прошли, ну, посмотрим, что дальше будет. А общаешься ли ты кем-то из игроков сборной Хорватии? Есть ли у тебя там друзья, знакомые? Я раньше играл с этим несколько игроков. Версалько, Ковачич, Крамарич. Но так не общаюсь. А есть ли у тебя знакомые в составе сборной России? Ну, кроме Андрея Лунева, конечно. Нет, кроме Андрея никого нет. А какие у тебя в целом впечатления от чемпионата мира в России? Ну, я думаю, что впечатления очень-очень хорошие. Мне нравятся и игры, и что не все фавориты выигрывают. Я думаю, что этот чемпионат много что показал, что футбол все равно меняется, и везде играет футбол. Даже если смотрели там Иран с испанцами, там могли ничего играть. И это хорошо для футбола самого. И я думаю, что все довольны. Мои родные были в России, и все сказали, что им очень-очень понравилось все. И мяч в ворота! В экипировочном центре футбольного клуба Уфа представлен большой ассортимент испанского бренда Джома, где можно приобрести игровую форму, сувенирную продукцию, сделать оригинальное нанесение логотипов и фамилий. Приходи, город Уфа, улица 50-летия, октября 28. Наша республика, наша команда.